Ну что ж, дорогие друзья, после того, как я протестировал камеру и новую, которую купил, и понял, что она ни на что не годна, я вернулся к своей старой. Да, я ничего не вижу. Да, я не могу никаких настроек менять. Ну, в принципе, мне и не надо. Мы пойдем сейчас с вами и с Рексом посмотрим нашу дачку, посмотрим, что мы в ней там наделали, сделали. Такая утренняя проверка. Ну, Рекс. Куда побежал? Рекс. Пойдем сюда. Пойдем. Чуть не сказал домой. Иди сюда. Рекс. Ком. Хоть по-немецки понимает. Понес. Надо дверь закрывать. Он сейчас очень часто выбегает. Такой выбегун стал. Так. Над озером поднимается туман. Как видите, да? Ага. То есть я за это время, пока камера была сломана, я вот здесь сделал огнище. Вот, пробовал костерок развести, все хорошо получается, замечательно. И вот здесь мы сегодня вечером с вами посидим. Это я откачу, потому что я купил, и все пришло теперь. И зонтик пришел, и сиденье пришло, и грильчик мы вечером достанем. Вот, так, что еще у нас тут? Тут я все закопал. А тут я посадил эту хлопнику, землянику какую-то. Дали соседи. Ну, я ее воткнул, не знаю, что будет. Надо ее полить еще корнем. Здесь пока огурцы молчат. Редиска полезла. Вон она. Видно, да? Укроп тоже не особо как радует. Молчит. Будешь сидеть, я морковку вместо тебя посажу. Она-то вырастет. Так, и вот я смотрю, на стебельке поднимается уже горошек один. Ну, будет много, потому что я много посеял. Кстати, хозяева дали мне мои датчики, ящики. Я теперь тут могу какие-то цветочки посадить. Они нам понадобятся. Я вам потом скажу, почему. И решил проблему с теплой водой. То есть теперь мне от озера вообще вот тут 20 шагов. И вода здесь. Кстати, мы сейчас с вами клубнику и польем, потому что надо, чтобы вода помогла корням освоить эту землю, то есть прилипла к корням и начали поступать те нужные. Святое дело. Главное, что папину, да? Там целое озеро, там целый бак. И надо вот отсюда поплюхать. Так веселее, ладно? Все, наверное, пока. Как я сказал, придем вечером, установим здесь площадочку, сядем и пожарим что-нибудь, какую-нибудь сосиску и посмотрим на закат. До вечера, ребята.